случилось? Скажи, пожалуйста. Вот как Юра. Алексей, Политвестник ТВ, как вы расцениваете отказ? Позже, можно? Конечно, нет. Причина протеста есть. Люди, которые готовы к протесту, есть. Просто это такая волнообразная вещь и непредсказуемая. Но, конечно, это не конец ничего. Варлам, ну что ты? Алексей, как вы расцените отказ мэрии согласовать это мероприятие? Ценим как незаконный. А что нужно сделать для того, чтобы... Боже, хорошо? Хорошо.
Язык свой придержи. Маленький. Главное, что лицо тоже так. Кто сверху снимает? Там на Наутилусе площадка, там много журналистов. Половина там же кафе есть. Половина кафе на ФСБшнике, половина журналистов. Олешков там же. Пройдох Олешков. Да, они тоже закрыты. Что закрыли? Что закрыли? Ну что за хрень происходит, а? Да, до смайла. Вообще достали. Пошли, пошли. Вера! Вера! Тебя зовут-то? Очень скоро. Вы все. Получите свое. Все получите свое. Вместе с Алексеем Навальным мы вышли из подземного перехода на Лубянскую площадь. Осматриваемся, пытаемся оценить количество народа. Даже став на цыпочки, не могу сказать, сколько здесь людей. Очень много людей. Может быть, даже неожиданно много для тех, кто пессимистично оценивал шансы сегодняшней акции.